Почти как героини сказки «12 месяцев» ульяновцы и димитровградцы за месяц до Нового года встретились зимой, весной, летом и осенью. Во всяком случае, смогли их услышать. Времена года от Антонио Вивальди и Астора Пьеццолы в обработке Леонида Десятникова прозвучали в минувшие выходные в Ульяновске и Димитровграде в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением Ильи Дербилова. За дирижерский пульт в этот раз встал Денис Шашкаров. Соло на скрипке прозвучало в исполнении Хироко Нинагава. Там очень мне нравится музыка и скрипка тоже, поэтому я хочу, да. Русские люди, все нравятся времена года. Семья Нинагава вообще достаточно музыкальна. Родители, моя мама, папа. Мама фортепианист, и папа не вообще. И моя сестра тоже скрипачка. Известная японская скрипачка после окончания Токийского государственного университета искусств продолжила обучение в Московской консерватории. Прошла ассистентуру-стажировку у профессора Эдуарда Грача. И так влюбилась в Россию, что теперь в нашей стране бывает не реже, чем у себя на родине. Я встретилась с Эдуардом Давидовичем, и он понравился мне, и давай приходи. Так. Мне нравится русская школа, как преподаватели должны быть злой, всегда злой, и громче сказать «нет, такое мне нравится». Строгий, да? А 5 лет назад Хироко стала лауреатом международного конкурса скрипачей в подмосковной Дубне, который устраивает ее наставник Эдуард Грач. Любимое время с самой Хироко – это… Летом. Лето очень нравится мне. Известно, что каждый иероглиф в японском письме – это отдельное понятие. С какой буквой ее родного алфавита ассоциирует Нинагава игру на скрипке и что он означает? Спасибо. Ярослав Щедров, Дмитрий Давыдов и Сергей Ямин специально для новости Управда ТВ.